Семья у нас была большая, шестеро детей, я была самая меньшая. Отец умер, когда мне было 11 лет. И нам было очень тяжело. Одеться было не во что, помогать было некому. И я пыталась что-то, какую-то одежду связать сама. Я получаю удовольствие от того, что я вяжу. Я вяжу для души. Я вкладываю в каждую игрушку свою любовь. Я знаю, что эту игрушку получит ребенок, который получит кусочек моей души, моей любви. Я живу в очень красивом городке. Здесь очень красивая природа. Весной цветы цветут, подснежники, фиалки. И мне очень это вдохновляет все это выразить, ну, связать. Этот арбуз принес мне удачу. Он как бы мой талисман. В 2007 году на выставку я попала с Дом творчества в Адуловод. Они поехали на выставку фестиваля этих этнических народов и пригласили меня, но только с моей какой-нибудь любимой игрушкой. Я взяла этот арбуз, и он мне принес удачу. Мне захотелось очень участвовать в выставках. Участвовала каждый год на храме нашего города, в Адуловоды. Мне очень понравилось на выставках выступать и показывать, но нужно было, это было дорого, и мне сказали подойти в Союз народных мастеров. Я дала работу, была комиссия, они оценили хорошо и приняли меня в члены Союза народных мастеров. И сейчас я вместе с этой союзом выхожу на выставки, меня приглашают. Мои планы на будущее – попросить администрацию города Адуловод предоставить мне помещение и создать музей ручной работы, чтобы люди видели, дети видели, приходили, туристы видели, какие замечательные люди живут в поселке.